Мой принцип следующий. Если ты закомпостировал талон в троллейбусе, то тебя не должно волновать, есть ли в этом троллейбусе контролеры или какой у тебя размер штрафа. В любом случае, если в интернете не будут сильно присутствовать спецслужбы, значит, там будут сильно присутствовать террористы. Там, где уйдет, откуда уйдет собака, туда придет волк. Даже есть хорошая английская поговорка. When the cat is away, the mice is play. Когда кошка уходит, мышка радуется. Исходя из этого, я не только не возражаю против того, чтобы там спецслужбы присутствовали, а я даже требую, чтобы они там присутствовали. Исходя из этого, любые, значит, персоны, кто будет возражать против этого, либо недальновидны, либо они сами являются злоумышленниками. В общем, обязательно спецслужбы должны присутствовать, должны все контролировать, иначе будет хуже. То есть это как меньшее зло. Вот мне противно проверка перед взлетом, допустим, перед посадкой в самолет, когда там проверяют, там ремни я должен снять, туфли, босиком пройти. Ну а что альтернатива? Альтернатива этому, если этого не будет, захват самолета террористами. Исходя из этого, в общем, спецслужбы — это меньшее зло, если так их воспринимать как зло, но меньшее. В противном случае террористы. Вот так.